Следующая тема будет полезна родителям школьников младших классов, друзья. Мало кто из мам и пап знает о такой проблеме, как дисграфия. Частичное расстройство письма. Так вот, наша утренняя гостья, студентка Института управления бизнес-процессами экономики СФУ Сивил Алиева, разработала специальный тест, друзья, для выявления как раз-таки дисграфии у детей и победила на конкурсе инноваций. Доброе утро! Доброе Рад утро! Рад вас видеть в нашей студии и ждем, конечно же, подробностей. Да, что такое дисграфия? Дисграфия – это логопедическое нарушение письма, при котором ребенок допускает специфические ошибки. Это путает слога, местами буквы, местами недописывает окончание или зеркально отображает буквы. Все это наблюдается при нормальном интеллектуальном развитии. То есть родителям паниковать не стоит. Жутко. Давайте про примеры текстов какие-то посмотрим. Они должны появиться на экране, наверняка сейчас у вас. Ну и устно тоже проговорим, как это путает слога. То есть не береза, а Заре. Да, именно так и получается. То есть преподаватель, когда проверяет текст, то он не понимает, в чем же как раз ошибка ребенка, или он невнимателен, или глуп. То есть они так и выносят вердикт родителю, и родитель, в свою очередь, паникует и не понимает, что же происходит с ребенком, пока не обратится к логопеду. А надо ли паниковать вообще в такой ситуации, либо это очень легко исправить? И вообще, почему так происходит? Но на самом деле, ученые до сих пор выявляют несколько проблем, то есть это и генетический уровень, то есть родитель тоже страдает дисграфией, либо это билингва семья, когда в семье два языка, и ребенку очень трудно переключиться, либо ребенка отдали рано на школу, в школу английского языка, например, и ребенку очень трудно переключаться с языка на язык, либо переучили левшу на правшу. Тоже наблюдаются данные проблемы. Слушайте, ну у меня вот ребенок левша, мы его не переучивали, но вот с подобными проблемами, наверное, в первом классе мы как-то сталкивались, но потом это своим образом, как-то своим ходом само исправилось. То есть можно ли это, скажем так, вообще не обращаться к специалисту, либо все-таки стоит? Ну, вообще, именно дисграфию ставят к третьему классу. То есть до третьего класса это просто какое-то нарушение, с которым сталкивается ребенок, ему некомфортно. Если это наблюдается на протяжении года, то уже стоит обратиться к логопеду. Насколько сложно вообще выявить дисграфию, понять, что да, именно это дисграфия? Нужно вообще сейчас только единственный способ – это обратиться к логопеду, проводить у него специальное тестирование. Но мы разработали сайт, где... Это MVP-версия проекта, где ребенок может пройти тестирование, то есть упражнения взяты не из головы, они по специальным методическим пособиям созданы, и ребенок проходит эти задания. Это первое как раз упражнение тестовое из именно всего теста полного, где ребенок потом видит полную картину, потому что дисграфии 5 видов, они все разные, и лечатся они тоже по-разному. Слушайте, тут мы видим, надо подставить правильные окончания. Да. То есть кто-то может написать не вишня спелая, а спелое. Да, именно так. Народ русский. Угу. Ну, на самом деле, мы с Егором уже заранее прошли этот тест, у меня, слава богу, не выявлено патологии. Ну, а Егор честно признался, что на 5-м вопросе он закончил тестирование, потому как, все-таки время нужно усидчивать, чтобы пройти этот тест. Как вы, не то чтобы заставляете детей это сделать, а как боретесь с тем, чтобы ребенок доделал это до конца? Когда мы проводили тестирование именно к подготовке сайта, к выпуску его 1 июня, то есть мы уже... 4 месяца уже на рынке, можно сказать. То есть я проводила тестирование на базе 76-й школы. Это была некая пробационная площадка, где дети 1-2 класса проходили тестирование. И все было прекрасно. Единственное, что ребенок очень долго печатал. Это единственное, что их смущало. То есть я это занимала 1-1.5 часа. А родитель должен быть рядом или ребенок сам может пройти? Ну, если ребенок сможет сам зайти на сайт, там есть два способа. То есть это без регистрации, с регистрацией. С регистрацией мы оставляем для себя, чтобы наполнить некую базу. И для дальнейшего уже тестирования, потому что это не полная версия нашего продукта. Я хочу создать сервис именно корректировки дисграфии, то есть коррекции с упражнениями различного рода, чтобы ребенок именно корректировал дисграфию дома, в приложении, на телефоне. Хорошо, представим такой случай, что пройдя этот тест, сайт выдает вам рекомендацию о том, что да, у вас есть проблемы, что с этим делать? Есть какое-то, условно распечатывается направление к логопеду или как? Что делать дальше? Мы хотели это в дальнейшем сделать, потому что сейчас родитель не может сразу поставить клеймо на ребенке, что у него дисграфия. Желательно просто после этого звоночка пойти к логопеду и уже пройти полный анализ.
и уже тогда логопед вправе поставить диагноз, есть ли дисграфия или нет. Я думаю, что вы все равно уже занимаетесь этой темой очень глубоко. Это только встречается в нашем русском языке, либо, допустим, в английском? Нет, такое тоже нет, на самом деле, если вы смотрели фильм «Звездочки на земле», он индийский, там эта проблема очень четко показывается, она наблюдается во всех странах мира, в Америке она уже давно исследуется, есть различные методики, но именно информационного портала или каких-то специальных приложений не существует. Тогда вопрос к вам такой, а в какой момент и почему пришла идея к вам заняться именно этой проблемой? Mm-hmm. Может быть, ну не знаю, в свое время сами сталкивались с подобным, либо кто-то в вашей семье этим страдает. То есть как вы к этому пришли? Моя мама работает в детском саду, и когда я была в 8 классе, я увидела эту проблему у ребят старшей группы и подготовительной группы. То есть когда они начинают уже писать, я наблюдала эту проблему. Им нельзя поставить диагноз дисграфия, потому что у них только еще складывается письменная там речь, они только начинают писать, но я начала исследовать эту проблему и поняла, что она, ну, в нашей стране ей нет должного внимания. И логопеды зачастую, они не могут найти подход к ребенку или как-то выявить эту проблему на ранних этапах. Слушайте, ну вот в тестировании, о котором идет речь на сайте, который вот я вчера прошла, помимо вот таких вот ну, вопросов подставь окончания и прочее, просклоняй там слово, было еще и упражнение на аудирование. Да. То есть продиктовывалось предложение и предлагалось записать пропущенные слова. Вот там каким образом вы можете выявить проблему? То есть кто-то неправильно слышит, либо, ну, то есть какие там ошибки могут быть допущены? Там были аудиодиктанты, и есть 5 видов дисграфии, то есть здесь показаны 3, ну, в данном тестировании мы выявляем 3 основных. Это оптическая дисграфия, дисграфия на почве языкового анализа и аудиодисграфия, то есть когда ребенок неправильно воспринимает на слух, то есть он потом пишет с ошибками, как слышит. Можете дать какие-то советы, может быть, родителям с какими-то упражнениями, чтобы все-таки пошел процесс искоренить эту проблему? Да, если ребенок в первом-втором классе наблюдаются вот такие специфические ошибки, желательно сразу сходить к логопеду, пройти у него какой-то анализ первичный, уже посмотреть вердикт логопеда и дальше действовать, как скажет логопед. То есть ходить на специальные занятия с логопедом и дома в прописях, методичках решать упражнения. Давайте еще раз напомним, либо расскажем телезрителям, что это за сайт, на который можно уже прямо сейчас зайти с любого, наверное, носителя и пройти этот тест достаточно быстро, Егор. Достаточно. Не так много времени он и требует. Да, это просто набиваете в любой поисковик disgraph.ru или просто disgraph, и выйдет данный сайт, где вы можете пройти тестирование даже без регистрации. Ну что же, огромное вам спасибо. Спасибо еще большое. Раз напомню, что беседовали в студии мы с студенткой Института управления бизнес-процессами экономика СФУ Севил Алиевой, которая разработала специальный тест для выявления дисграфии у детей. Большое спасибо, что пришли к нам. Большое спасибо за то, что занимаетесь такой проблемой.